Это оказалась девочка, самая собака, на которую наехал синий бус, видео с которым разлетелось по всем социальным сетям и пабликам, не только нашего города. Сегодня эту девочку нашли сотрудники складской, сообщили нам на нашу горячую линию, и, соответственно, сейчас она уже размещена в клинике, проведено обследование. К счастью, у нее нет переломов, но есть огромные гематомы, проблемы с желчным пузырем, если я не ошибаюсь. И потенциально ей требуется операция после стабилизации состояния.